Обязательное измерение температуры, масочный режим. На входе в Одинцовскую территориальную избирательную комиссию тщательно следят за соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Лариса Лазутина сегодня подает документы для участия в выборах в Московскую областную думу. Кандидатуру Героя России в конце мая поддержали жители Одинцовского округа, отдав свои голоса в ходе предварительного голосования партии «Единая Россия». Для меня это очень важно. Поддержка именно наших жителей, понимание этих вопросов. И я считаю, что, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы те обязательства, которые были и ранее взяты, может быть, что-то до конца не доделано, хочется все-таки это осуществить. И, конечно, продолжить работу с нашим округом, идти вперед. Выборы в Московскую областную думу пройдут в регионе в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».